6 утра и до 12:30 ночи лед занят. Когда же технические службы выходят на свою работу? С часа ночи до 6 они занимаются обслуживанием. У нас график работы посменный, поэтому заливщики, холодильщики, они начинают готовить лед к следующему дню, начиная с часа ночи. Комплекс тоже начал работу с 1 сентября в режиме, скажем так, учебного года. Хоккеисты, фигуристы вышли на лед после летних каникул. Открытое первенство Московской области среди юношей 8 возрастов началось с первых выходных сентября. Фигуристы прошли тестирование первое после летних каникул перед соревнованиями. То есть комплекс окунулся в жизнь учебно-спортивную. А набирают ли секции ребят? Если да, то куда обращаться, в какое время и какого возраста ребята могут прийти? Хоккеисты, начиная с 2009 года рождения и младше, можно записаться в секцию хоккея. Звоните администратору ледовый комплекс. Соответственно, фигуристы или в спортивную школу «Центр Зеленый переулок», дом 16А, или платные группы существуют при ледовом комплексе, опять же, к администратору ледового комплекса. Есть ли массовое катание, сохранилось ли это время и насколько востребована эта услуга? По опыту работы комплекса массовых катаний востребованность, скажем так, ближе к зимнему сезону, то есть с ноября народ возвращается с дач, из отпусков, поэтому количество массовых катаний возрастает. Сейчас у нас на буднях ежедневно в первую половину дня это добрый час, где льготные категории граждан могут кататься бесплатно, а суббота-воскресенье как минимум два катания массовых. Где расписание, можно уточнить? Администратор ледового комплекса, если нет своих коньков, работает прокат, работает заточка коньков, приходите,